не хочу отдыхать. Я хочу истреблять врагов. Ах, как на этом корабле душно. Ну, открой окошко. Ладно, всем привет, в общем-то, ребята, с вами, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилось мое прохождение, и мы уже почти подходим к концу, насколько я могу понимать. Ну что ж, Артанис у нас браво походил, а теперь давайте мы его послушаем. Зиратул. Тассадар. Память о вас придает мне силы. Протосы больше, чем просто творение Амуна. Мы сами определим свое будущее. Значит, вот каково это — жить без Халы. Что не очень хорошо, но тем не менее вот как-то так мы и живем. Артанис, я попытаюсь взглянуть на нашу историю твоими глазами. А у тебя по-другому теперь и не получится. Мне не постигнуть всей глубины твоей печали, Артанис. Благородные тамплиеры стали частью чудовища. А те, кто остался в живых, заперты в телах, управляемых Амуном. Это самая страшная судьба. Я испытываю боль в ожидании встречи с ними. Ведь они — мои братья и сестры. Когда мы станем уничтожать этих монстров, увидят ли это наши братья, заключенные внутри? Будут ли они немыми свидетелями происходящего? Или их уже поглотила вечность? Я не нахожу слов, чтобы успокоить или ободрить тебя, друг мой. Но знай, что другого пути нет. Да, к сожалению, другого пути действительно нет. Ради великого дела мы перестроили легендарные арбитры. Их производство начнется по твоему первому слову. Что ж, посмотрим на арбитров. Мы чувствуем твое присутствие. И вот наши арбитры наконец-то с нами и могут дать нам маскирующее поле, что дает нашим войскам неоспоримое преимущество, а также оно дает нам поле стазиса плюс массовую телепортацию юнитов в любую доступную нам точку. Точнее, где находится арбитр. Замечательно. Так как нам, скорее всего, не понадобятся батоны, я думаю, что мы возьмем все-таки наших арбитров. Как минимум, я уверен в нашей команде и в том, что ты приведешь нас к победе. А я бы не был так уверен. Амуну почти удалось уничтожить нас с помощью Кхалы. Забавно, что теперь мы можем обратить ее против него. Это да, смешно. Ты был прав. Айр изменился до неузнаваемости. Однако не стоит терять надежду. А я говорил, что он изменился. Схватка была очень напряженной. Но в ночи наши клинки горят ярче всего. Слушай, да даже Каракс так не переживал, как ты переживаешь. Так, ну, собственно, тут мне ничего не дали, и копье Адуна я не мог тогда использовать, и как-то пошли на миссию, что ли? Без пси-матрицы Амун больше не сможет вызвать на Айюр золотую армаду для своей защиты. Мы должны уничтожить его новое тело, прежде чем оно полностью пробудится. Мы обязаны преуспеть на кону выживания нашего народа. Ну что ж, у нас особо выбора-то нет. Твои действия не укрылись от моего взора, Артанис. И ты опоздал. Узри своего бога. Апогей цикла, запущенного с рождением самих звезд. Я создал вас. И я же принесу вам победу.
Прими правду, Артанис. Ваш народ, ваша Кхала, все ложь. У вас ничего не осталось. Ты ошибаешься. Мы наконец-то можем стать чем-то большим. И ты нас не остановишь. Скоро ты ощутишь всю силу гнева перворожденных! Значит, это тело Амуна. Чудовищное творение из плоти наших братьев и останков сверхразума. Ты прав, Иерарх. Мои сенсоры показывают, что оно впитывает энергию пустоты с угрожающей скоростью. В этом состоянии Амуну не страшно даже самое мощное оружие. Эти осколки, они генерируют энергию пустоты и высасывают жизнь из всего вокруг, чтобы питать тело Амуна. Их нужно уничтожить. Каждый осколок дестабилизируют пространство вокруг себя. Такое ощущение, что они меняют его очертания, превращают его в пустоту. Погоди. Осколки открывают разломы в пустоту. Амун призывает войска. У нас мало времени. Воины, клинки к бою! Сегодня мы сразимся за будущее Аюра. Ну что ж, ребята, давайте. Мы должны победить, у нас нет выбора и нет иного способа выжить. Чтобы лишить Амуна нового тела, мы должны уничтожить осколки пустоты. Сражайтесь с честью, тамплиеры. Попробуем, дорогая. Итак, моя основная задача — уничтожить два осколка за 150 секунд. Это очень просто будет сделать, если я буду... Пустота — отражение моей воли. Я повелеваю уничтожить вас. Амун постоянно открывает разломы, чтобы оборонять осколки. Нам нужно атаковать, пока защитников еще не слишком много. Ну что ж, давайте мы пока что все-таки подождем и накопим некоторую силу, и только потом уже будем атаковать, потому что пока что я не вижу особого смысла в этом. Хотя... Мои навыки пригодятся тебе. Нет, все-таки мы подождем немножко. Давайте спустимся вот сюда, посмотрим, что у нас сбоку от нас. Но мы можем поставить вот здесь экспанд, здесь это видно. Вот как раз здесь у нас... Маринусы пришли зачем-то. Ради возмездия. Непонятно зачем. Я не буду. И мы видим здесь кучу зергов. Ясно, понятно. Будь скоро туда наведаемся. Ну а пока. Пока что будем набивать себе бока, ну и что-то производить из того, что нам надо. Например, больше сталкеров. Не хватает минералов. Ты мне набрал. Если бы тебе не хватало минералов, как бы ты построил сталкера. Среди теней. Ладно, зато мы посмотрим, что такое солнечная бомбардировка, как она работает и что она вообще делает интересного. Также мы сейчас призовем, скорее всего, отряд через пилоны и сможем с вами что-то сделать более интересное. Замечательно, 5 сталкеров уже намного лучше, чем то, что мы имели в начале. У нас есть ускорение, буст. И это просто замечательно. А так, давайте мы с вами подстроим оружейку. У нас уже есть довольно внушительная такая армия. Ну, не сильно внушительная, но тем не менее. Так, что мы имеем? Я думаю, мы подстроим еще одного сталкера. И, наверное, пойдем по делам нашим насущным. Ну что ж, давайте выдвигаться, посмотрим, что вообще делает эта гадость с нами, если мы в нее входим. Хорошо.
О, она нас дамажит. Я понял. Ярость. Это хреново. Так, у меня фотонку разломали, гады. Призраки, которые не уходят в инвиз, это что-то странное. Ну ладно. А, так. Пока нам рано, я так понял. Все-таки. И мы с вами давайте построим что-нибудь полезное. Так, не хватает, естественно. Не хватает, естественно. Так, а Б, С, давайте С, где у нас там? Б, С, вот раз, и Б, С, два. Замечательно. С этой стороны мы обороняемся пушечками. А с той мы как-нибудь, в общем, тоже обороняемся. Не хватает минералов. Я не буду служить тебе вечно. Да. Надо как-то восстанавливаться, на самом деле. Так, ну здесь достроится, давайте на ускорение изучения поставим пока что. Это более важный приоритет. И заодно сейчас мы проверим вот здесь вот, как работает эта гадость. Замечательная. Так. Я прерву цикл Зелнага. Артанис, к нашему Нексусу направляется множество порождений пустоты. Будь готов защищаться. Окей. Окей, мой друг. Пока что я относительно готов. Так, давайте сделаем так. Плюс вызовем дополнительный пилон. Замечательно. Ставим всех сюда. Здесь у нас порождение пустоты, которое мы не видим на данный момент. Но я думаю, что скоро все будет ясно. Скоро мы их увидим. Нужно построить больше пилонов. Еще больше пилонов? Серьезно? То есть нам не хватает пилонов? Так, построй, пожалуйста, мне пилоны, пожалуйста. Замечательно. И иди обратно. Мои навыки. И это все? Оу. Нет, там и вправду их побольше. Ради возмездия. Улучшение завершено. Ну, в принципе, довольно неплохо раздолбали все это дело. Так, теперь еще. А теперь еще, мои дорогие друзья. Не хватает минералов. Ну, конечно. Я здесь, не хватает минералов. Среди теней. Ладно, подождем. Мой путь сокрыт в тени. Очень. Надо все-таки захватить эту. Хотя, а пока к зергам сходим. Мы надо бы минуснуть зергов. Тени. Ну, заодно расчистить путь для дальнейшего наступления. Ради возмездия. Я не буду служить тебе вечно. Мы. Так. Крадущиеся тени. Ради возмездия. Заманчиво. Я не буду служить тебе вечно. Будь по-твоему. Так, замечательно, пока что все хорошо. Пить он тоже считает, что все хорошо. Заманчиво. Отлично. Хорошо. Зергов мы чуть-чуть убили. Они я отсюда на нас нападать уже не будут. Тебе вечно. Очень разумно. Я думаю, что все действительно замечательно. Так, где-то вот здесь мы можем поставить пилон? Ай-яй-яй. Больно вообще-то. Я. Что ты не можешь? Очень разумно. Веракул. Ну и давайте быстренько. Я не буду служить тебе вечно. Покосаем наших ребят. Заманчиво. Очень разумно. Хорошо. Блин. Веракул. База
База атакована. Я думаю, даже учитывая все и вся, все равно мы не успеем его убить. Учение завершено. Быстро отсюда убегаем. Готово. Воины, продолжайте наступление. Блин, я хочу попробовать сделать чих по-другому. Иерарх. Уничтожение одного из осколков повлекло за собой увеличение силы оставшихся четырех. База атакована. Хочу ачивку. Пустота. Отлично. Ачивка заработана. Великолепно. Вокруг тела Амуна есть несколько мест, хорошо подходящих для аванпостов. Уничтожь врагов, и мы обеспечим тебя подкреплением. Замечательно. Второй осколок уничтожен. Я уже чувствую, как слабеет защита Амуна. Так. Я думаю, нам этого на ближайшее время хватит. Что пока что предложишь? Продолжаем путешествие. Мои навыки пригодятся тебе. Нужно броня сейчас экспанд. Замечательно. Ачивку вроде получил, по идее. На 100%, честно говоря, не уверен. Ради возмездия. Будь по-твоему. Так, замечательно, ладно. Давайте с вами посмотрим, что у нас доступно. Нам нужны сталкеры. Нужно шустрее. Я здесь. И давайте сделаем пятерочку, допустим. Ой, бедняжка. Что же у него втесывается-то? Не буду слушать. Так, нормально. А, на пятерочку давайте строим здесь народ. А, всекаем тут же сюда защитные сооружения. Не хватает минералов. База. Блин, они будут постоянно спамиться на меня, серьезно? Будь по-двоему. Тут Тор. Это не очень круто, конечно. Навыки пригодятся О. тебе. Давайте сначала Тора добейте, пожалуйста. Очень. Уже с малявками мы разберемся, я думаю. Ради возмездия. Замечательно. Так, тем не менее, что мы имеем? Что мы имеем? Что имеем, не храним, что. Вы будете мне повиноваться. Я несу порядок. Иерарх, мы видим многочисленный летучий отряд, направляющийся к нашему Нексусу. Ну, мы как бы прикроем его, что я могу сказать. Особых вариантов у нас все равно нету. Пока надо как-то оборонить вот эту базу, плюс отводить под вот эти пушки, я думаю. По-твоему. Чем мы сейчас и займемся, скорее всего. Мы... Крадущиеся тени. Ну, здесь не то чтобы сильно проблемно, но тем не менее. Не хватает минералов. А, еще одного. Отлично. Я здесь. Это они, видите, нас решили обойти. Значит, придется сражаться, так сказать, своими силами. Ну окей. Тоже нормально. Я здесь. Среди теней. У нас ускоренная стрельба. Плюс мы можем продолжать подстраивать наших юнитов. Не хватает минералов. Ждем, пока они придут сюда. Я здесь, среди теней. Мы крадущиеся тени. Будь по-твоему. Очень разумно. Так. Хорошо. Я не буду слушать. Отлично. Тебе в принципе, вечно. Я с ним легко справился. Ставим еще дополнительные пилоны. И вызываем дополнительных сталкеров. Что замечательно. Все, идем зачищать вот эту я территорию. Среди теней.
Замечательно. Не хватает минералов. Так, нет, давайте все-таки сделаем более просто. Мы переведем одного рабочего сюда. Остальными все-таки останемся. Секлись в защиту зачем-то, непонятно. Ну, почему бы нет? Почему бы и нет, мои дорогие друзья? Так. Нашу ярость. Очень разумно. Хорошо. Будь по-твоему. Ради возмездия. Очень разумно. Отлично. Пустота. Холодна. Вера. Пусть уснут навек. Ну добивайся уже. Улучшение завершено. Отлично, Иерарх. Мои неразимы занимают позицию. Замечательно. Вераку. Замечательно, 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 ребята. Сердце тьмы. Будь по-твоему. База атакована. На нас тем временем нападают. Даже обидно как-то. Да, без защитных полей она не так круто, как было. Так. Враг познает нашу ярость. Ради возмездия. Мы крадущие. Так быстро. Вторая ачивка — это уничтожить это все дело с протосами вместе. Значит, нужно им помочь. Я сердце тьмы. Бегом, 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 бегом. Давайте, давайте, давайте. Пока есть такая возможность, надо это использовать. Я здесь. Бегом, 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 бегом. Осколки пустоты становятся очень нестабильными. Нужно действовать крайне осторожно. Мы не все знаем об их силе. Пусть уснут навек. Так. Успокойтесь, вы, ё-моё. Пусть уснут навек. Быстрей, быстрей, быстрей. Сталкеры должны бежать. Шикарно. Прекрасно, тамплиеры. Третий осколок повержен. Ну, ачивка зато есть. Классно. Так, призма, пожалуйста. Спасибо. Во-первых, еще несколько призм и самый мало звуков. Мои навыки пригодятся тебе. Мой путь вот такие дела. Закрыт в тени. Смогли сделать все, что хотели. Так, я думаю, что нужно построить парочку пилонов. Плюс к этим пилонам здесь впилить все-таки защитные устройства. И впилить нам пару защитных экранов, наверное. Надеюсь, она успеет построить это все. Замечательно, 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 замечательно. И вернуть назад. Так, что у нас здесь происходит? Здесь 16 надо достроить. Отлично. Так, ну, ты можешь спокойно перерождаться сюда. А здесь можно спокойно подстроить сталкеров. Замечательно. Все, я всем доволен. Идем спасать дальше наших друзей. Среди теней. Тем более, что скоро у нас откидается кое-что полезное. Какая гадость на меня тут прилетела. Неразимы вступают в бой. Отлично, неразимый бой. От страданий. Обнаружен разлом.
Вскоре нас ждет новое нашествие порождений пустоты. Все-таки надо было взять сталкеров, которые, точнее, зиутов, которые перерождаются. Они более имбалансны в этом плане. Крадущиеся тени. Заманчиво. Ладно. Очень разумно. Хорошо. Так. Я думаю, что мы сейчас ради возмездия с вами вернемся враг домой. Знает нашу атакована. Потому что у нас здесь есть проблема. Среди теней. И попутно атакуем здесь вот так вот. На наши зомби напали. Так, зомби атакуют, конечно. Это хреново. Ну, пока живем. Благо нас защищают наши же друзья. Смотрим, что у него там осталось от базы. Почти ничего. Отлично, шикарно. Так, зонд, воссоздай, пожалуйста, все, что здесь было построено. Спасибо. Я думаю, что может сделать это как-то более интересно. Плюс давайте в этот раз все-таки построим им защиту. И построим дополнительные еще пушки. Замечательно, иди добывай. Мои навыки пригодятся. Мы же идем дальше. Добивать базу. Так. Кого-нибудь можем построить? Да, естественно, можем. Естественно, мы можем построить. Отлично. Все время забываю, что у меня здесь пилон есть. Плюс еще есть. Дорогие мои друзья там. Они могут нехило так помочь со всем этим делом. Ну ладно. На самом деле не имеет особого значения уже. Крадущиеся тени. Я спрашиваю, зачем я тогда делал часовых, которые могут делаться пилоном? Непонятно. Ну да ладно. Так, кстати, у нас там, по-моему, все усовершенствования, которые могли усовершенствования быть, собственно, готовились. Да. А, сделай, пожалуйста, мне еще одну. Спасибо, и желательно еще одну. Я здесь буду идти чисто через землю, думаю, что будет нормально. Предложишь? Так, хорошо, дальше. Бегом, бегом, бегом. Стараемся как можно шустрее пройти эту миссию. Я думаю, что ее можно будет пройти быстрее, чем прошлую. Ради возмездия. Иерарх, мои темные тамплиеры готовы сразиться с Амуном. Устанавливаю укрепление чисельщиков. Мы готовы вступить в бой вместе с тобой, Иерарх. Да, холодно. Замечательно. Так, как раз вот здесь у нас лишняя пробочка. Давайте мы быстро поставим здесь экспанд. Начнем его развивать. Как раз таки где-нибудь наступательную мы сделаем. Замечательно. Вас ждет ликвидация. Мои навыки пригодятся тебе. Давайте поможем нашим друзьям. Офигевший колосс. Чуть-чуть. Я не буду служить тебе вечно. Замечательно. Очень разумно. Что ты предложишь? Я случайно перепустил своих юнитов, но окей. Хорошо. Такое тоже бывает. Мы. Так, надо уничтожить здесь все, тени. Что принадлежит с этим гадом. Заманчиво. Я голос затмения. Вераку. Очи. Я сердце тьмы. Шикарно. И давайте разложим одну из вас, чтобы призвать сюда больше зиотов. Замечательно. И сложим вас обратно. В тени. Я голос затмения. Вераку. Очень разумно. Хорошо. Вераку. Надо пройти на последнюю сторону. Здесь сделать все-таки пилоны. Защититься, чтобы мог
наладить производство. В том числе. Я голос затмения. Пока давайте дальше пройдем. Я сердце тьмы. Мистер Луны, еще много чего. Также усиление атаки, скорость атаки, скорость передвижения. Все это благодаря этому маленькому пилону мы сделали. Ради возмездия. Иерарх, из оставшихся осколков исходит энергия пустоты. Приближаться к ним очень опасно. Я несу этой вселенной избавление. Обнаружено порождение пустоты. Отмечаю их местоположение. Они направляются к нашему Нексусу. Я здесь. Темные дублиеры. У нас на самом деле не так уж и много. Сражайтесь яростно. Очень разумно. Будь твой. Вераку. Замечательно. Сейчас мы встречаемся заодно еще с теми ребятами. Чистильщики, ликвидируйте врага. Так, тем временем надо как-то здесь обороняться. А что здесь интересное сделать? А, нет, не то. БД. ББ. Что ты предложишь? И теперь мы... переносим все наши войска сюда. Маина. Замечательно. База атакована. Заманчиво. Я здесь, среди теней. Вераку. Ради возмездия. Что ты предложишь? По-моему, отлично. По-моему, отлично. Давайте добиваем здесь все, что есть. Ставим сюда еще два зелка. Отлично. Смотрим, что у нас на базе. Тихонечко она развивается. Давайте ставим две газилки здесь. По-моему, у меня уже нужд в минералах практически нет. Ради возмездия. По крайней мере, я таковых не наблюдаю. Надо уничтожить этот танк, чтобы он нам не мешал. Отлично. Великолепно. И добить все, что здесь есть, в принципе. Ради возмездия. Мортал бы не помешали, но. Думаю, что мы как-нибудь справимся. Сейчас как раз добьем вот это место. Там придут наши союзники. Гибель Амуна не за горами. Долдаримы, ваш владыка требует крови темного бога. Не разочаруйте меня! Мы захватили все три позиции, Артанис. Пришла пора покончить с Амуном. Крадущиеся тени. Ради возмездия. Прости, прощай, танк. Итак, ждем прибавления наших замечательных друзей. Абсолютный хаос! Хорошо. Мы... А, давайте сделаем, собственно, да, что. Быстренько пройдем внутрь. Хрена к нему так. Пока что чай она их убивает. Боже, какая там ересь творится, серьезно. Минус 0, ладно. Победа близка, братья! Сражайтесь изо всех сил! Чистильщики, окажите поддержку войскам нашего иерарха! Хорошо. Нужно, кстати, прийти. Давайте придем нашу ярость. Будь на базу вот сюда. Я думаю, что не сильно меня кто-либо обидится за это. Мы смотрим, что у него здесь есть, и войдем через эту сторону. Думаю, это будет удобно.
А также добавим здесь немножко наших юнитов. Я здесь, среди теней. Я не буду слушать. А, боже, как это жестоко-то, а? Заманчиво. Пусть уснут навек. Ярость холодна. Так, сюда, сюда, сюда. Хорошо. Мы, крадущиеся тени, хотят мои навыки. Отлично. Наконец-то. Все наши надежды устремлены к этому моменту. Ради возмездия. Очень разумно. Ярость холодна. Зашел так. Вас. Очень. Если перебьем быстро наших врагов. Отлично. Заманчиво. И теперь можно нападать, я думаю. Так. А, быстро. Оу, ни хрена там народу. Не, я так просто не сдамся. Ради возмездия. Заманчиво. Сталкеры даже с грейдами не очень-то крутые в такой ситуации. Отлично. Вераку. Но за то, что я могу сделать, это сделать вот так. Бам. 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 Я голос затмения. Вот этого вы не ждали, да, друзья мои? По-твоему. Ладненько. Так, давайте сделаем, не знаю, еще убер до хрена кучу гейтов. Воины, убейте всех, кто противится моей воле. И убер до хрена кучу дополнительных колонн на случай, если что вдруг. Мы едим. Никто не может. В принципе, мне должно хватить, как бы. Моей воле. Иерарх, приближается я думаю, еще один отряд порождений пустоты. Сердце тьмы. Да? Сейчас мы его распустошим. Хорошо. Без проблем. Сейчас только в пилон зайдем. Видите, все хорошо. Клинки к бою. Оу. Мы вступаем в бой с самим Амуном. Давайте вы вперед. Заманчиво. Замечательно. Гиппи, вы как там? Преобразовались? Давайте преобразовывайтесь. Раскрыли мы гейты. Сейчас как наклепаем народу. Я здесь. Отлично. Мой путь сокрыт в тени. Ну что ж. В принципе, по идее, мы готовы. К наступлению, так сказать. Пустота холодна. Пустота ненасытна. Вераку. Надеюсь, удастся уничтожить, иначе будет трындец. Но если что, у меня есть бомбардировка, которую я успею рубить. Своей ярости.
уровень энергии пустоты падает. Тело Амуна уничтожено. Каракс, приготовь ключ. Близится час последней битвы. Ну что ж, мы прошли, собственно говоря, эту миссию. Я надеюсь, она вам понравилась. Всем спасибо за внимание и пока-пока.